Ребят, всем привет! С вами Паша и Катя. Всем привет! И сегодня у нас вторая часть американских сладостей. Это будет очень сладкое видео. Мы будем пробовать разные конфетки, сладости, тут всякое-всякое, что мы еще ни разу не ели. А первую часть вы можете посмотреть прямо вот здесь. Мы оставим ссылочку. Да, так что сегодня у нас будет передоз сладкого. И давай сегодня я буду первый начинать. Я хочу попробовать сначала Swedish Fish. Они очень популярны и знамениты. И мне... Да, я у многих блогеров видела, как пробуют именно вот эти Swedish Fish. И мне очень интересно, что это такое. Главное, это американская сладость, а называется... Шведские рыбки? Да. Где же тебе? Пахнет как карамелька. Какие они большие. Не карамелька это? Как барбарис. Да, вот я это хотел сказать. Да, и даже, ну, как бы красная тоже. Только жевательные. Вкусно. Они реально напоминают как-то барбариски, но знаешь, что мне не нравится, что какой-то химический вкус такой. Ну, есть немножко. Не натуральный такой какой-то вкус. А... Да. Они жевательные и очень сладкие. Да. Прям, ну, такой, да, не натуральный вкус какой-то сладкий. Твоя очередь убирать. А я хочу попробовать Twizzles. Я тоже на них смотрела. Да, мы с тобой пробовали давно такие, только красные. 7 лет назад. Да, красные они с чем были? Не помню, наверное, не помню, с вишней какой-нибудь. А эти лимон и вишня. И там что-то внутри. Мне кажется, будет. Джем типа внутри в них? Да. Ты чувствуешь, как они пахнут? Хочешь такое? Это макарошка, смотри. Американцы, кстати, очень любят вот эти штуки. У нас в офисе есть вот банка, и там вот много таких штук лежат. Все постоянно приходят и берут. Но мне так себе. Мне тоже. Да это вообще не вкусное. Как пластмасску жуешь с лимоном. Вообще. Реально, кто это ест вообще? Просто жуешь пластмассу какую-то. Не знаю. Крашеную джем внутри, фу, гадость. Я что-то ожидал от них прям большего. Twizzles нам тоже не очень понравилось. Так, надо что-то взять, что нам понравится, чтобы мы расхвалили это. Может быть, Sour Patch? Давай. Тоже очень знаменитый, и повсюду реклама, и этот Sour Patch прям на каждом углу бросается в глаза. Мы взяли со вкусом арбуза. Держи. Мне кажется, я хочу, чтобы они вкусные были. Я тоже хочу. Блин, это не прикольно. Мармеладки. Ну, что-то они вообще не кислые. Нет, арбузные, но не кислые. Нет, ну есть такая чуть-чуть сладкая кислинка. Вот они вкусные. Угу. Они вкусные. Вот они, ладно, прикольные. И чувствуется арбуз прямо, хорошо чувствуется арбуз. Все. Нам что-то понравилось. Да. Давай попробуем какую-нибудь еще коробочку, какую ты хочешь. Я хочу Sweetarts. Давай. Made in the USA. Даже не представляю, что это такое. Мне кажется, это просто какие-нибудь сосочки, типа, знаешь. Да. Что-то мы, похоже, уже пробовали здесь. Похоже на скорбинки. Угу. На таблетки вообще, в принципе. У меня вкусная. Прям вообще офигенская. Помнишь, мы пробовали bottle caps, типа крышки от бутылок? И вот они были вообще невкусные. Вот эти прикольные прям нравятся. И вот из всех, которые мы пробовали, из таблеточек вот из этих, они самые вкусные. Давай я тебе дам какую-нибудь одну, и ты угадаешь, какого она цвета. Давай. Там 7 цветов. Тут на самом деле очень много цветов. Тут есть фиолетовый, зеленый, запоминаю, желтый. Я знаю, все цвета есть. Запомнил? Да. Давай. Готов? Так, мне кажется, у меня там есть зеленый. Что ты уронил? Розовый. Матрица. Какую сторону ты выберешь? Синюю или красную? Красную. Розовую, точнее. Неважно, ты победил. Зеленый, розовый, синий. О, они такого цвета стали насыщенного. Моя очередь. Я хочу попробовать вот эту какашулику. Знаешь, что это такое? Вообще не
представляю. Я знаю, там внутри, значит, мармеладки, и их надо посыпать мега-супер-крутой начинкой, которая сделает тебя непобедимым. Смотри. Уф. Так, ты доставай, короче, пока мармеладку. Они со вкусом синего вещества. Пробовал хоть раз синее вещество? Нет. Смотри! Там как шприца начала такая, знаешь, капать. Как открывать? Да вот же сверху. Вот. А, нифига она кислая, вообще жесть! Называется? Жесть! Жесть! О, смотри, тут дырочка. Да, ее надо наливать внутри. Это для детей. Может, хватит? Подожди, пробуй. Я? Давай! Ну давай, не. Это же не котлета какая-то там. Дай мне одну. Почему она такая кислая? Потому что вот эта штука кислятина вообще жесткая. Смотри, как я много себе налью. Ужас. Ты смотришь? Смотри, смотри. Фу. Ой. Капец, да? Нифига. У меня ж слезные железы все это. Ну. Офигеть. Juicy Drop Gummies называется. Ммм. Сами... Сами мармеладки, короче, вкусные. А вот эта штучка прям... Ничего не было. Все нормально. Такая кислая. Да. Что-то, что-то упало? Я хочу пробовать вот это. Charleston Chew Mini. Мне кажется, что это? Ну, я думаю, что это желательные ванильные какие-то штуки в шоколаде. Это, мне кажется, либо маршмеллоу, либо зефирка. А, кстати, да. Открывай! Ой, они такие крошечные! Ты чего, Леоч? Они крошечные, посмотри, какие! Они малютки! Прикольно. Ммм. Это нога. Офигенские, суперские! Угу. Вкусные. Они как будто в какао завернутые. Угу. Шоколад вкусный. Вот это прям мне понравилось. Пока что это номер один. Угу. В нашем списке. Твой ход. Я убираю Майк энд Айк. Тоже какие-то жевательные конфетки. Держи. А давай теперь ты попробуешь отгадать. Ну, мне страшно. Тут всего их пять. А, ну давай. Только одну. Я ладно? Вот одну вытащил. Все нормально. А какие есть? Ты не будешь говорить? Строубы, есть, короче, клубника, лимон, черри и еще там что-то. Хорошо. Я отомстил тебе! Что за вкус-то? Кислый! Кстати, они похожи на Джелли Белли. Угу. Вообще один в один, мне кажется, даже. Очень похожи. Надо было дать тебе лайм. Лайм с этим соусом, ты бы, наверное, вообще вот так сидела. Злодей! Теперь хочу тебе отомстить. Что? У нас есть вот такая кислая штука. Warheads Super Soul Spray Candy. Очень кислый спрей. Очень кислый. Я первый раз такое вижу. Угу. Просто. Со вкусом... О, кстати, тоже арбуза. Ну, ты первый. Давай. Ну! Давай я тебе. Давай. А ну, он не прыскает. На, сам тогда. Так много? О, боже. А где-то мне реально слезы потекли. Давай я тебе попшикаю. Нифига ж скулы сводят, жесть, она кислая. Так ты нифига три раза пшикну. Давай как надо. Один, вот так. Она и правда арбузная, да? Да, давай еще тебе начеку. Давай наказание тебе. Да что? Просто так. О, мы какой-нибудь сделаем вызов, и это будет наказанием. Пять раз тебе в рот так попрыгать этим кислой штукой. Да, ты прыгаешь. Или вот этой. Она вообще кислятина, прикольно. Кто вообще с ума сходит по вот этому? Кто это покупает? Ну ради прикола-то, что поприкалываться. Такой, да-да, друг спит, ему подошел, такой пшикнул, да?
Налил, так на губу он облизал и проснулся. Дальше что? Что, давай вот эти штучки тоже? Давай. Они, кстати, тоже кислые. Почему все кислые? Ну, что-то все кислое со вкусом. Со вкусом кислым. Значит, мармеладные какие-то палочки со вкусом клубники. Держи. Похоже на червяков. Ле-ле-ле. Такой пластмассы я еще никогда в жизни не жевал. Я даже не хочу это. Просто жуешь пластмассы кусок. Какую-то перчатку взял вот эту докторскую, блин, и сидишь и ешь. Даже не то, что... И консистенция странная, и вкус ужасный. Ужас, что это вообще? Ничего ужаснее не пробовал. Вот это вообще вкусняшка по сравнению с этим. Твиттл просто вау-вау-вау. Что это за ужас? Ну, если честно, я знаю одно применение для Твизлер и этих штук. Можно устраивать бои. Держи. Ты меня больно ударил? Ай, нифига, она прижигает, Жень! Ну, какие нафиг бои? Все, это не со мной точно. Блин, даже подраться... Ай, нифига себе! И даже подраться нельзя. Давай вот эту штуку попробуем. Эхэдс. У нас здесь вкус какой-то мистери. Какой-то неизвестный вкус, да. И малиновый. Голубая малина, ежевика, кто как хочет. Вот как раз вот эти штучки в России вроде называются дядя Степа. Да. Мне кажется, это пластина. Что они похожи на дядю Степа. Что-то они какие-то твердые. Они же вроде должны быть мягенькие такие. Я тоже думала, что они мягкие будут. Это как будто какой-то прям сахар. Типа, знаешь, такой сгущенный сахар. Ну, она какая-то... Я что-то вообще не могу понять. Вкусная, наверное. Может, на них можно подраться? Паша, что ты с ними все драться хочешь? Дай. У тебя так вкусное. Как средство для снятия лака. Очень вкусно. Очень вкусно вообще. Ребята, почему нас сегодня не ведет? Почему-то мы набрали каких-то невкусных сладостей. Причем они популярные все. Да, они очень популярные. Прям очень. Что, у нас одна осталась? Да, у нас осталась одна. Готова ты ее испробовать? Ну, давай. Осталась у нас лимонная голова. Мне кажется, они тоже нереально кислые. Давай ты закрытыми глазами попробуй, чтобы было страшнее. Сейчас не буду тебе ничего подсовывать. Вот я тебе прям силку насыплю. Ну, почему? Потому что он закрытыми глазами страшнее, чем с открытыми. Думаешь? Да. Вообще не похожи на вот эти желтые витаминки, знаешь, как вот они называются, которые... Они твердые. Они на вкус как таблетки от горла, типа, знаешь, лимонные. Точно, стрепсилс. Да, стрепсилс лимонные, вот, один в один. Угу. Только они сладкие, но с сахаром. А стрепсилс нет. Гадость, короче, тоже не нравится. Мне сразу такое ощущение, что я болею, у меня температура 37,7. Мне написано, что сделано из натурального лимонного сока. Ну, конечно. Прекрати. Да. Мы верим таким надписям всегда. Подведем итоги. Что тебе понравилось больше всего? Сок патч Watermelon. Это топ-1 твой? А, нет. Вот эти маленькие кокошульки, да, больше всего мне понравились. Да, вообще классные. А тебе что больше всего понравилось? Мне больше всего понравилось тоже они, конечно. Да. Самое отвратительное было это вот эти какие-то штучки. Вообще. Резина, потом Твизлерс, потом лимон. Ну и там дальше по списку. Вот эти, кстати... видишь, более-менее были. Да, и вот этот Майк энд Айк похож на Джелли Белли. Да, очень похож. Вот. Но возглавляет весь список самого крутого. И необычного. Да, это вот этот спрей кислый. Дай ко мне еще. Давай ты себе прям 3 штуки прям сделай. Нифига! Нормально? Нормально. Ну, кисло, конечно. Я прям в горло тебе, блин. У меня видно слезы?
Да. Хочешь выдавить слезу. Это я знаю, как фильмы теперь снимают, типа, знаешь, актеры, они там слезы все выдавливают. Им просто дают эту штуку. Типа, надо поплакать, чувак. Раз-раз, он сидит и плачет. Вообще, все понятно. Ну, прикольная штука. Да, и вот это тоже неплохая. Ну, это что-то вообще из ряда мега необычного. Если вы хотите, чтобы мы продолжали пробовать какие-то американские сладости, какие-то продукты, чипсы, не знаю, там, газировку, то обязательно напишите нам в комментариях. И не забывайте ставить, конечно, пальчики вверх этому видео, подписываться на наш канал, если вы вдруг еще не подписаны. И всем пока-пока! Пока-пока!